Всем пламенный привет, друзья! Недавно вот снимали мы видео, приобрели вот такой вот трактор замечательный, МТЗ-82 с куном. Кун у нас вилы для погрузки леса и ковш для погрузки сыпучих грузов. Вот такой вот аппарат хороший. И вот как мы его пригнали, через неделю я его уже поставил на учет. Вот, сейчас покажу. Вот такие номера мне выдали. Все нормально. И, кстати, что хотелось отметить, вот для тех, кто еще не знает, как при покупке трактора, когда вы составляете договор купли-продажи, вот прежний владелец техники едет к своему гостехнадзору, и вас уже там, у гостехнадзора, даже если вас рядом нет, вас уже там на основании договора купли-продажи вписывают в паспорт технического средства. Ну вот, трактора на данный случай. Вот. Вас уже там вписывают. Все. Потом прежний владелец привозит вам этот вот ПТС, где вы уже вписаны. И потом с этим договором купли-продажи и с ПТС, в котором вы уже вписаны, вы едете к своему гостехнадзору. И он уже вам на основании этих документов вам ставит технику на учет. То есть вот так вот. Автомобили немного по-другому продаются. Там можно составить договор и поехать сразу в ГАИ. МРЭО, ГИБДД. А с трактором вот так вот. Это вот недавно такие правила появились, кстати говоря. Так что мы теперь с номерами. На учет поставили, все нормально. Номера все совпадают. И двигатель, коробка, задний мост. Ну, все. Кабина. Все номера совпадают, что очень удивительно. В наше время сложно такую технику найти, чтобы все совпадало именно. Так что вот теперь мы с документами, со своими. И осталось нам теперь заняться ремонтом. Тут у нас сейчас вот с передним мостом небольшие будут ремонтные работы. Ну и там еще кое-что по другим агрегатам и узлам пройдемся. И можно будет нам на этом аппарате спокойно выезжать. Будем выезжать в лес, ну и на другие различные работы. Так что вот такие вот дела. Все готово. Теперь техника с установленными номерами. Осталось световые приборы в порядок привести. И будет вообще все нормально. Ну, есть еще дела. В помощь к нашему трактору мы готовим прицеп для работы. Ну, по большей части в лесу. Готовим тут все. Я смазал, подтянул. Сейчас вот колесо меняю. Одно колесо замена. Другое колесо подкачать. Ну и в принципе все. Уже будет у нас прицеп готов к работе. Поэтому вот занимаюсь. Сейчас еще и такими делами с прицепом. Но это другое видео, я сниму отдельное. Вот.
Что у нас по ДТ-75? По ДТ-75 у нас замена нескольких траков и нескольких сломанных пальцев. Вот здесь вот я ослабил натяжное устройство. Может быть, даже покажу видео. Я тут снимал немного. Очень сложно было ослабить. Видимо, за много лет солидол там загустел настолько, что прям я тут и домкрат применял. Ну, в общем, может быть, даже покажу. Вот, тут мне надо заменить несколько траков. Нужно будет выехать отсюда, потому что я тут его поставил, вроде бы как нормально было. А сейчас вот каретки уже вмяли. Вот, вмяли гусеницу, и она уже натянулась по низу. То есть вверх не настолько ослаб, насколько нужно. Вот, нужно переехать. Прям вот буквально в ближайшие дни заведу, запущу дизелек, подложу хорошие доски. Вот выйду куда-нибудь. Вот сюда или дальше. Ну, там видно будет. Вот это у нас с ДТ-шкой. У меня еще с гидравликой работа. И задний мост. Проблема так и осталась. Когда я его запустил, он плохо поворачивал. Вот. Нужно еще с мостом поработать. Возможно, заменю ленты. Все четыре, которые есть. Вот. Здесь тоже на этой гусенице. Потом уже сначала с той разберусь. Тут тоже замена. Вот. Есть пальцы сломанные. Но у меня есть самодельные пальцы хорошие. Вот, потом возьмемся за волгаря. Не знаю, рук не хватает. Тоже работа есть. Нужно поставить вот такую звездочку от ДТ-75. Потому что родная, вот. Здесь уже смысла нет ее ставить. Но возникает проблема. Мне тут нужно просверлить. Раз, два, три, четыре дополнительных отверстия. Негде просверлить, но, может быть, пока так поставлю временно. Большой нагрузки у него на нем пока у нас нет, пока походит. А там посмотрим. Вот, с волгарем тоже будем заниматься. И тоже его надо отсюда выгонять. Тоже он здесь продавил. Сыро, сырое место. Вот такие вот дела, друзья. Будем работать с техникой. Я говорю, на все рук не хватает. Еще с УАЗиком, с буханкой и с газоном у меня работы. То есть вот совсем-совсем подряд. С тракторами, с автомобилями, совсем. Сплошная работа и работа. Ну, ДТ-шку вот я сейчас в первую очередь буду делать. МТЗ и ДТ-75. Потом уже возьму за волгаря.